я уже в одной песне упоминал город Шуя. Для меня это родной город. Хотя я родился отнюдь и там, я сын военного, родился в каком-то гарнизоне, проездом в Белоруссии. Там родители вообще не жили, потом была Германия, Украина, вообще черт знает, что было. Вот. Но школу я закончил в городе Шуя, и там были первые любови и прочее, прочее. И вот картинка 90-х годов из жизни русской провинции. Девчонки, которых я знал, которые любил, большинство ушли в проститутки. Потому что больше там вообще нечего было делать. Да, но они, многие поступили в, там у нас Шуйский пединститут, он стал университетом, да? Но жить и учиться было невозможно. И иногда, знаете, что меня вот это поражало даже? Не то, что они как-то похудели, девчонки там, да? А иногда смотришь, а они где-то раз еще учебники перелистывают в свободное от работы время. Продолжаю учиться. Называется «Девчонка из Шуйского бара». А почему тогда в 90-е открылось, ну, для новых бандитов очень много всяких баров? И вот где были девчонки? Я живу или вижу кошмары, но в ночи не средь белого дня. Та девчонка из Шуйского бара охраняет, как ангел, меня. Да по возрасту я ей не пара, между нами любви не на грош. И с девчонкой из Шуйского бара я судьбою не только похож. Отдаемся почти что за даром, я стихами и телом она. Но с девчонкой из Шуйского бара верим в лучшие мы времена. Денег нет, но осталась гитара, счастья нет, но осталась душа. Ах, девчонка из Шуйского бара, удивительно, как хороша. Ей панели, а мне тротуары, в этом разницы нет никакой. И к девчонке из Шуйского бара я склоняюсь небритой щекой. Между нами к чему-то рыбары, помолчим или выпьем вина. Не нужна мне сегодня гитара, ей сегодня любовь не нужна. А в России раздоры, свары, голодуха, разруха, разлад. И девчонки из Шуйского бара я последний товарищ и брат. Я живу или вижу кошмары, но в ночи и средь белого дня проститутка из Шуйского бара охраняет, как ангел, меня. Та девчонка из Шуйского бара осеняет крылами меня.